кофейные клизмы, как вы к ним относитесь, можно ли их применять при голодании? Дело вкуса, если кому-то нравится, можно. В своей практике не использую, я вообще с клизмами работаю очень-очень мало, очень редко. Но по отзывам людей, кто пробовал, на многих людей, как средство для снятия интоксикации, они действуют неплохо. Поэтому у кого будут работать и будет необходимость ими пользоваться, собственно, почему бы и нет. Но, как правило, любые клизмы для интоксикации действительно работают неплохо. Например, температуру позволяют снять или какие-то симптомы типа головной боли, типа тошноты вот, достаточно эффективно позволяют убрать. Поэтому главное, чтобы работало. Если работать будет, конечно, надо пользоваться и будет необходимость. Ну, а просто так, наверное, я бы не стал. Короче, дело вкуса.